Позавчера, короче, было. А нет, позавчера. Вот. А английский на каком уровне? На очень хорошем уровне. Спортом занимаетесь? Занимаюсь. Но сейчас, в данный момент, твое дыре нет, сестренки дыре. А спортом? Ну, я последний раз ходила в зал во вторник. Во вторник, потому что у нее было потом в среду мы ездили по магазинам, в четверг, да, у тебя был день рождения? Пятница. А, значит, я в среду была в последний раз в зале. Четверг мы ездили по магазинам, в пятницу у нее был день рождения, в субботу мы тоже выходили, типа, продолжение было. И сегодня воскресенье. И сегодня я выходила, поэтому я не была в зале. Так я хожу в зал. Какую песню спели в итоге? В Сейчас, итоге? можно? Да. Одна из песен, которые они выиграли, это Почему мой ты так кукуруз. орешь? Хочу, ору, бесишь. А что ты тогда в моей комнате орешь? А, в общем, песня выигрышная наша, это была кукушка. Нам все хлопали. Единственное, там уже закрывался ресторан. Там еще официантом. Да, короче, мой папа еще такой, типа, он такой... А у нас был там официант випки, и папа нам говорит, типа, что, типа, братишка, давай, типа, будешь в конкурсе участвовать, типа, 150 тысяч тенге ставка. Типа, если выиграешь себе, тебе забираешь. И он такой, да, давайте, конечно, конечно. И потом его заставили петь. Ну, конечно, мы выиграли, но ему все равно там потом закинули, типа, 25 тысяч за участие и так далее. И он такой счастливый выжил. А нас уже пытались выгонять из-за того, что это, во-первых, халяльное кафе было, ну, халяльный ресторан, и он уже закрывался. А мы, типа, оттуда уехали в пол второго, хотя он закрывается, типа, в 12. Да. Мое было 29 июня, с прошедшим вас. Рост, вес, рост 162, вес 44. Кто тебе является? Либо дядя, Кто? либо. Алиб, Альбек, Альпа. 44, да. Если быть точно, то 44 килограмма, 500 грамм, либо 600 грамм. Капец, вот скажите, вот как после этого не худеть? Так все удивляются насчет веса. Я согласна. Покажите, сестренка. Она не хочет себя показывать. Лина, такая милашечка. Это мои цветочки. Не знаю, видно мой медведь. It's too much. Чё? Что too much?